39-летний александровец, бросивший гранату в людей, предстанет перед судом. Мужчина обвиняется по статьям о незаконном приобретении, хранении и ношении взрывных устройств и покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом. За это александровцу может грозить до 20 лет лишения свободы. По версии следствия, в апреле прошлого года он в подпитии повздорил с группой мужчин. Происшествие случилось в Александровском парке Сосенки. Там сотрудники районной администрации и представители фирмы-подрядчика проверяли благоустройство общественной территории. Закончилась ссора взрывом гранаты. Долгое время александровец хранил ее у себя. В результате пострадали 5 человек. Вину в совершенном преступлении признал, в содеянном раскаялся. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Александровский городской суд для рассмотрения по существу.